Всем привет! Сейчас мы приехали погулять по центру Москвы. Сейчас мы находимся на площади Революции. Вот Лера там катается. Вот. Сегодня тут проходит праздник, фестиваль золотой осени. Каждый праздник тут ставится такая каруселька. Сегодня народу тут поменьше, в основном сюда целая куча, потому что погода, меньше народу. Да и пятницы, все на работе, а у нас каникулы. Даже написано, какая тыква. Тыква декоративная, сорт турецкий. Тюрбан. Да, вот какие огромные. Ну-ка, Лер, встань, я тебя сравню с тыквой рукой. Ну, а то непонятно размер. Вот, это настоящие такие выросли. Конфеты разные продают на любой цвет и вкус. Сколько? 100 рублей вот такая маленькая. О, грибочек. Тоже из конфет. Проходит тут ярмарка. Мед продает, рыбу, сыры разные собственного производства. Да. Чаи. Клюква. Или что это? Вот это? Да, клюква. Грузди. О. Грузди. $750. Сыры. Тележки. Вы уже с ними нашелкали с Лерой. На школьной улице у нас, да? Ага, с этими тележками. Колбаса тоже, наверное, собственного производства. Мам, там смотри, там яйцо огромное. А, страусиное, как тут раз было в том году. Мы ходили, мы просто не ходили. О, смотри, что это. А, это из кабана, из медведя. Мясо медведя. Есть мясо лошади. Есть мясо оленя. Утка, что тут еще. Косули даже. Бедных животных. Мы убивали. Мы привыкли свинью есть, да? 190 рублей. Колбаса. А, это из лошади. Из лошади не пробовали конину. Мед тоже. Что? Варенье? Варенье. Да, это разные варенья. Надо сюда бабушку нашу, да? Бабушка сюда надо, она тут миллионером стала со своими консервами, с вареньями, с огурцами. Мою бабушку. Какие тут цены, да. Мою бабушку. Да. Она бы нам это все бесплатно сделала. Ну нам-то да, я имею в виду продала бы все здесь. Какие тут... У бабушки и так много денег. Да? Да, если я уберусь, она мне цветет. Вон, маленькая баночка грибочков 550 рублей. Вот так вот. Нет, крепкие на 50 грибы? Да, маленькая баночка 550, пол-литра. Еще тут проходит сейчас выставка тракторов старых. Вот какой-то, раньше какие были трактора. Это 37-й год. Тут даже полазить можно детям. Разрешают. Пошли дальше. На. Ну, Лера тоже залезла на трактор. Трактористка. Слезешь? Ой. А вот какой еще прикольный. Владимирец. Владимирец. Так зато уже сиденье хватит.
какого года? Победа 1945. Это вообще старый, даже колеса вон какие. Железные на нем. Это еще старее, наверное. Это где-то, наверное, 32-й, 34-й год, 30-е годы. Вот старый. В 1924 году трактор выпускался в СССР. Пришли мы на Красную площадь. О, тут тоже тракторы. Только тут уже огромные. Тоже сделали такую экспозицию здесь. Еще яблоки. Да, яблоки. Вот целая корзинка. И розовые там еще. Виноград. Вот. Да, там. Виноград он повесил. Тут тоже корзины с фруктами. Искусственные, правда. Виноград. Да, нам каждый раз невеста попадает. Игры для детей, такие же, как на школьной, возле дома похожи. Соревнования в игре, мы еще в игре, мы еще в игре. Мы играем этим шариком, потому что он у нас на поле. И мы продолжаем игру. Непонятно начало, шарик не хочет двигаться, не знаю почему. Но вот он начал движение, быстро-быстро, и в аут мы уходим, как жалко. Но у нас еще 4 шара, поэтому мы не расстраиваемся. Второй шарик также послед... нет. И он решил получить очки. И мы продолжаем игру. Ох, шарик, не подведи. Не подведи шарик. И мы остаемся в игре. Невероятно просто. Другие шары помогают нам выигрывать. Это здорово. Мы остаемся в игре и смотрим за игрой, что же получается. Третья попытка атаковать левый фронт, но десятка! Отлично! Осталось еще 140 очков, пожалуйста. 3 шара в игре. Вполне реально все это сделать. Главное аккуратно, аккуратно двигать стол, чтобы не улететь в аут. Этот опасный аут вне игры. Второй. Третий шар в игре и 100, 110 очков, осталось 40 очков всего, пожалуйста. Сейчас важно собраться, чтобы выиграть. И выиграть трудно, проиграть легко. Но конфета вкусная, поэтому мы поборемся за нее. Итак, второй, предпоследний шар в игре, и мы уходим в аут, господи! Осталось только эта ячейка. Шарик последний в игре. Нельзя проиграть, конфета очень вкусная и прям невозможно. Мы будем делать все, чтобы выиграть. Все, чтобы выиграть. Не торопясь, спокойно. Не двадцатка, 50. Нам нужно 50 обязательно. И не аут. Не торопясь. Отлично! И это безговорочная победа. Конфета твоя. Ты ее заслужила. Ты молодец. Отлично. Спасибо за игру. Следующий игрок. Решил начать с тактического хода назад, но это не всегда помогает. Возможно, он дал фору, да, он дал фору шестому и седьмому номерам, если бы он не столкнулся с ними, то возможно. На Красной площади тоже ярмарка проходит. Спасская башня тут. О, это лопата, да. Дерево. Лопата, дерево. Из картона. И, вернее, фанеры сделал. Животные. И каруселька. И каруселька тут бесплатная, как на площади революции. Лер только что каталась.
павильоны, инновации, будущее сельского хозяйства уже сегодня. Тут интересного. Рабочее место агронома компьютерного. Земледельня. Виноград. Сбор. Макет умных теплиц. Салат продается. Ой, продается, выращивается. Посреди Красной площади сеновал. Мельница вот стоит. Да, на мельнице еще мультфильмы показывают, современная мельница. А тут какой-то современный комбайн стоит. Так, купили морс на ярмарке, 1,5 литра разводить. Одна смородина, а вторая клюква. Вот такой пакетик на 1,5 литра, такой пакетик нам дали. Золотая осень. Вот такая красота в пакетике. Надо же было что-то купить. Не с пустыми же руками уходить. По 80 рублей, по-моему, это морс. Она это все купила, чтобы получить пакетик. Да. Грузовик с тыквами. Кафешки, шашлычки. Кафешки, каждая своя область. Тульская область, кафе, Саха, Якутия, Калужская область. Наверное, они свои блюда готовят или продают. Это радость, будто солнце не отсырет, не сможешь ты уйти. Целая машина яблок. Орловское яблоко. Что мы еще купили? Да, мы еще купили орловские яблочки за 70 рублей килограммчик. Павильончики. Вон их целая машина, которая. Ну что, идем в ГУ. На ужин-то мы так ничего и не купили. Ладно. Или пельмени жареные. Пельмени, ладно, пошли. Вот ГУ на Красной площади. Сейчас пойдем там погуляем немножко. Я смущу, вообще не ешь. Тут в старину сделано. Это газировка, да, вроде? Газировка, мороженое. А это центр ГУМа. Тоже золотой осенью посвящен. У нас хлеба дома нет. Надо хлеба купить в ГУМе. Да, булочка. Фонтанчик. О, булочки. Плюшки. Рогалики. Плюшка московская. Можно плюшку купить, да? Сосиску в листе. Сейчас посмотрим. Что тут еще есть? Есть захотела? А вот мороженое. Такое вкусненькое. Есть? Не хочешь такое мороженое? Есть захотела что-то? Чистили мороженое, а все вместе не кушаешь. Это что? Халва? Хлеб там. Шоколад. Хлеб. Тут. Это пчелы тут стоят. Тут они мед делают. Да. Лера проголодалась, сосиску в тесте купили ей. Гастроном написано. Да,
а там батон наверху, сгущенка, соломка, сливки. И тут, главное, корова в уголке спряталась, улыбается. Ну все, всем пока. Мы домой.